Так, ну что, поехали как можно дальше, проедем. 5800 у нас сейчас. Но у нас и двойные монеты. Поэтому аккуратно едем, не разбиваемся. Сильно газ не топим. Едем не спеша, аккуратно. Так. Потому что я смотрел рекламу, специально посмотрел рекламу. Чтобы двойные монеты получать. Поэтому надо очень-очень аккуратно. О, я даже вот эти вот маленькие взял. Опа! Опасно, опасно. Да что ты будешь делать? Ё-моё, куда я пошел? Ах ты, зараза. Я уже бензин кончается. Давай, заезжай. Как всегда, посмотрю рекламку. Чтобы этот самый монетки эти двойные получать. Нифига, разбиваю сразу через 5 секунд. Ну не знаю, что это такое. А, закон подлости или что? А бывает реклама специально. Ну, я ее не часто смотрю. Не смотрю рекламу, да. Ой, проезжаю, блин. Почти что до конца карты проезжаю. Вот, что за такое? Несправедливость. А как двойные монеты, так все. Сразу 20 метров проезжаю, разбиваюсь на тачке. Вот, сейчас проверим. Вот эти двойные монеты уже, ну, реально дают нам какие-то более-менее деньги. А так, если ездить, то это все фигня. Короче, надо мне взять за правило. Если еду на более-менее топовой тачке, двойные монетки и все. Сейчас мы на амортизаторы эти, рессоры, и накопим денежку. Конечно. Ну, 6500 уже. Нормально. Оп. Так, ладно, профукали мы немножко там монет. Но ничего страшного. Потому что я спешу. Куда ты спешишь? Иди монеты забирай назад. Во. Так, вот эти тоже забирай. Тихо. Нормально. Так, главное, чтобы у меня бензин не закончился. Ладно, эти две монетки, ничего страшного. Ну вот, уже 7000, смотри. 7100, нормально. Считаю, что нормально. Так, пещера пошла. Где-то здесь я разбиваюсь обычно. Ну хотя здесь... А, голова. О, нормально. Вот, 7300 уже. Смотри, нормально, да? А то замучаешься ездить. Чтоб тачку прокачать. Ты прокачаешь. О, немножко еще осталось. Так, вот эти тоже сейчас соберем. Монетки. Вот. Вот уже 7500. Теперь уже мы можем что-то уже приобрести магазинчики. Для нашей баги. О, 7700, нормально. Восемьсот, нифига, если у меня уже будет 8000, это капец будет. 9000 вот я насобираю, 9000, это будет вообще. Это будет что-то с чем-то. Уже 8, прикинь. Нифига себе. Ладно, не будем смотреть, сколько там насобирали. Будем ехать. Чтобы не разбиться. Потому что здесь уже усложненные такие пошли трассы. Вот, как здесь. Так, еще немножко. Ну уже, смотри, нормально. Еще 8500. О, нет, вонючий случай, не разбейся. О, ребята, хорошо, что у меня баги более-менее на крепкость, да, улучшена. На прочность. Не на крепкость, а на прочность. Да, на прочность у меня баги немножко более-менее прокачаны. Вот, и видал уже 8900. И видал уже 9. Уже... Ну, не еще 9. Блин. Сколько монет я пропускаю? Во! 9000 монет. Так, постой, мы можем и на новую машинку деньги насобирать. Это даже лучше будет. Так, пока 1500 метров еще остается у нас. О,
Хорошо, хорошо, хорошо. Так, вот, смотри, куча монет. Офигеть, почти что десятка. Почти десятка насобрана. Во. Да, чуть-чуть осталось. Так, монетки спереди, да, были? Ну ладно. А, здесь еще и внизу есть. Хорошо. Вот, уже десятку, нифига себе. Десятку набрали. А здесь я даже на автобусе проезжал сюда. Что интересно. Так, а вот в этом месте мы проедем, да. Получается. Сейчас такая же будет фигня. Опа, 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 опа. Получаем еще какие-то монетки. Не знаю, откуда вообще. В честь чего нам еще этот мешочек с деньгами дали. В честь каких заслуг. Интересно. Ну вот, десятка-то уже есть. Даже 11 тысяч сейчас мы собираем. Вот, уже 11 тысяч. Неплохо, неплохо. Да. 800 метров счетчик показывает до рекорда. Так, как же сложно. Ну что такое, кто придумал вот такой подъем? Так, здесь поднялись. Так, а здесь что у нас? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Мы проехали, проехали, вонючий случай. Что же, как же нам здесь быть? О! Получилось, надо было просто зажать вперед и назад. О нет! О нет! Заканчивается топливо, вонючий случай, давай. О, thank you very much. Есть топливо. Если есть топливо, то еще будем жить. О, хорошо. Так, опять такая же система у нас. Нам нужно заехать сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, не получилось. Так, ладно, с первого раза не получилось. Сейчас попробуем со второго. О, со второго получилось сразу. Да, надо не сильно разгоняться, ребята. Сильно разгоняться не нужно там. Иначе не успеешь. Так, надеюсь, больше такого не будет. Нет, смотри, какая-то... фигня, вот мы придумывали такие тяжелые уровни. О! Так. Нифига себе. А, сколько монеток пропустил. Ну ладно. Главное, что я еду на машинке живой. А то монетки не страшно. Так, 100 метров осталось до фиаско. А что там за фиаско будет, я не знаю. Ага, вот сюда заехать, да, мы не могли? Опа, новый рекорд побили. Нифига себе, вот это да. Побили рекорд свой собственный. О, так, бонус за ротание, 2000 монет. Нифига. А какой вонючий спуск? Какой вонючий спуск, что он такой огромный-то был? Так. Здесь опять какая-то... сигнатень. Ну, давай, ладно, поехали вперед. Нет, не смогли заехать, да что ж ты будешь делать? У меня так и бензин закончится. Так. Поехали вперед, прыгаем. Вот, бензинчик, хорошо, что он здесь есть рядышком. Все, взяли, успели. Так, смотри, какой спуск огромный. То мы постоянно поднимаемся, то мы постоянно спускаемся. Я даже не знаю, где сложнее, спускаться или подниматься. Нифига, уже 20-ка у нас. А я не знаю, откуда эта 20-ка взялась. Но круто. Так, опять это тут колесо. Ладно, сейчас мы аккуратненько будем. Нет. Да что ж ты будешь делать? Значит, слегонца, не надо так прям спешить. Да ё-моё, ёберный театр. Ну, оп. Все, поехали, поехали, поехали. Опа, завернули. И бензин неизвестно, где там еще ехать надо куда. Да, ну у нас просто не получалось.
завернуть здесь. Поэтому вот такая вот проблемка. Ладно. Не то хорошо. 7500 мы заработали.